Так, у вас все. Марш Догел, военный магазин Калинка плюс Чуаду. В центре Ниццы выдохшел товар российский для выходцев Советского Союза. Нохчичурахл товар. Русским магазином ол, но 90% покупателей Нохчибукуза. Со директор его тюкан Тюкьолла. В начале 2000 года мы работаем. Мяло Нохчивошек, Вечек, Кочуголвох, Са, Докшекхедега. Тоже через нас. Ой, ног чичу, радар, энжишга, виета, да, ага, да. Хонка бенер, совсем недавно, с Бамута, по-моему, был хонг. Разобрали за пару часов. Француз, дукубайц, французы в основном берут чара, уецар, икра, уецар, соленье. А так основной клиент, войнах был. Товар свежий, халита, хазем халита, тройный скотчик, да, да, мула. Хотя жим ногти чую, что на ощущение хуже, потому что массу хрен чего, всегда бьет, что ногти его. Сунуть охаз хрен, две ногти гуши, лоши, кетши. Ну, еще яркий, да, а что дома нет? Пельмени кавказские, югошевые, но чуть-чуть еще, хусен человек. Колбаса, копченый, жижга, и что, товар отсюда, что. Вы тюкна, кюгин, галнащу, пельмени, щу, манту, щу, ахар галнащу. На данный момент ахар галнащу, от свега есть дым галнащу, ждик и от свой ногчишь. Ну, свежий продукт, вот что даем на любое время птичи на юрче, на вот чувак хуйчу, он ешел он. Французские ниши, что они говорим, я вдруг аж до лахкуза. Ведь эрум, что не узмацаюзи, чамца то, цундела. Предпочитаем русский магазин, чур, помидор, нерс, капуста, кучур уетво, соленый гумш. Вообще, с эрум, безом, хит. Ака, еза, ез, йоза, ез, цундела, уля. Артюки, хилч, о, хазлук, калатун. Езият, кайштик не счастен. Иштар помидор, нерсум, шкучур, уец, ох. Нахчичури, аншум, наханка, вета, уец, сундиз, вета, бодекальч. Так, ханка, без сун. Ошарам, кезг, бе, кузи. Нахчичур, дак, инжиш, кума, халасан, я уйчат, бодекальч. Дич, цель, ди, андак, инжиш, дикхол. Юеш, дикхол, инжиш, запретит, ди, на бош, садах. Магазин называется мини-маркет. Мы открылись в 2016 году. Товары мы привозим из Германии. Это русские товары, которые можно встретить у нас на родине. Дух, что живя в Европе, можно найти свой товар, да? А, я не конфеты, хочу я помидор, мерси. В основном, самый ходовой у меня товар, это, я скажу, мороженые, соки и семечки. Арабы и другие как-то берут с опаской наши печенье и умщать, а то, что варенье, соленье, это для них вообще, это что-то дикое. Что интересно, все говорят, русский магазин, но ни один араб, ни один черный не скажет, русский магазин. Они говорят, чечен магазин, чуадушаш, говорю.
чечен магазин олса. Хотя тут, я думаю, я одна чеченка, и то товар-то все равно не у нас. Ногчи, ну не сказать, духов, но не каждый день же покупают соленье, варенье, конфеты. Так.